3 августа планируют начать работу трудовые отряды по ремонту и благоустройству с оплатой труда на базе школ. В них вступят обучающиеся из 45 учреждений округа. Школьники до 10 лет смогут посещать лагеря дневного пребывания, которые заработают уже 27 июля. Одинцовские единороссы вместе с представителями управления образования, общественной палаты и соответствующих служб приняли участие в проверке их готовности к открытию. В рамках проекта «Новая школа» они осмотрели Лесногородскую школу, СОШ номер 3 и лицей номер 7.